Государственный театр «Кукол. 39-е царство» не перестает радовать своих маленьких зрителей. В эти выходные артисты театра расскажут историю о медвежонке Рим-Тим-Ти, который подружился с маленьким щенком. Это спектакль о дружбе, преданности, отваге и смелости. А в рамках проекта «Бабушкины сказки» театр «Кукол» покажет сразу две постановки – «Колобок» и «Гуси-лебеди». Привычный всем сюжет русских сказок приобретет абсолютно новые нестандартные акценты, которые удивят не только малышей, но и их родителей. В это воскресенье детско-юношеская библиотека имени Граубина проведет увлекательный театрализованный квест «Нападение на галактическую библиотеку» в рамках всероссийской акции «Библионочь», которая в этом году посвящена науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. Окунуться в мир космоса предлагает и Забайкальский краеведческий музей. Увидеть старинный телескоп, научиться наблюдать за звездами и движением планет, познакомиться с биографией Юрия Гагарина и сфотографироваться с макетом первой ракеты можно, посетив экскурсию «Мечты о звездах». А выставка «Космос Забайкалья» расскажет о том, какой вклад внесли забайкальцы в освоение космоса. Приближается Международный день памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. В честь праздника краеведческий музей проведет экскурсию по местам декабристов в Чите. Проведи предстоящие два дня с пользой, а анонс выходных смотри в эфире РТК «Забайкалье» и в наших социальных сетях.